Мужские ветровки, ой, взрослые ветровки, премиум весна. Мужская ветровка. Polo Ralph, Ralph Lauren. Без износа. XL размер. Такая классная ветровка на флисе. Женская модная ветровка. Такая вот интересная. Интересные замочки у нее. Так открываются. Размер М. Серая. Черная ветровочка. Похожа на мужскую. Капюшон. Тимберланд фирмы. Тоже какая-то фирменчая фирма. Размер М. Да, это мужская, скажем. Все без износа. Классная ветровка. Ну, знаменитый бренд Tres Pras. Синяя ветровочка. Без износа. Такая спортивная ветровочка. Тоже М размер. Такая вот женская ветровочка. Generation. Размер 12-13. Что ли, детская, что ли, 12-13? Непонятно. Вроде не детская. А, 12-13 размер, может быть. Такая плотная ветровка. Без износа. Ну, новая. Вообще ничего. Никаких следов эксплуатации не было. Размер М. Немецкая. По-немецки написано. Такая. Интересный такой цвет. Женская ветровка. 40-й размер. Тоже без износа. Такая вот женская ветровочка. 14-й размер. Тоже без износа. Женская спортивная ветровка. Вот такая вот вельвет, что ли, это называется материал. Ветровка. Такая легкая ветровка.
42 размер. Женская. Такая, не знаю, мужская вроде. Или нет, женская. XL. Такая женская. Размер нет. Ну, тоже не маленький размер. Черная. H&M метровка. 44 размер. Это яркая ветровочка такая. Регатта. На флисе. 34 размер. Хороший. Отличный ветровок. Lens and MK. Такая нормальная ветровка. Без износа. Оригинальная черная курточка такая. Элька. Триксы. Капюшон здесь вот. Все без износа. Такой вот. Курточка. Сделана в Великобритании. Дальше поехали. Такой вот плащик. Кедрвуд. Размер не видим. Нормальный размер. Не маленький. Такой вот плащик. Интересная модная курточка с капюшончиком. Zara моя мужская. Эмочка. Прикольная. Мне нравится. Так, и какая-то еще. Написано S размер. Это все.